Шитов Василий Васильевич, герой Советского Союза. Родился 26 апреля 1915 года в деревне Веригино, ныне Шуйского района Ивановской области, в семье крестьянина. В декабре 1936 года был призван в Красную армию. Воевал на Северокавказском, Юго-Западном и Третьем Украинском фронтах. В одном из боев в октябре 1943 года был контужен. За мужество и отвагу, проявленную в боях, был награжден орденом Отечественной войны первой степени. 19 февраля 1944 года в районе населенного пункта Кравцы Днепропетровской области капитан Шитов возглавил отражение контратаки противника. Артиллеристы отбили несколько атак, но не отступили. Капитан Шитов лично гранатой поджег один и подбил два бронетранспортера. Огнем из автомата уничтожил более 15 немецких солдат. Погиб в рукопашном бою, уничтожив пятерых противников. Шитову Василию Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.